Светить всегда, светить везде. Вот лозунг самолета. Во-первых, для того, чтобы было видно, куда летишь и едешь, а во-вторых, чтобы самому быть заметным. В прошлом выпуске мы уже рассказали вам о маяках лайнеров, а в отличие от них, фары светят ровным белым светом. С ним путь виден гораздо лучше. Какие фары есть у современных лайнеров и для чего они нужны, сейчас выясним. А поможет нам в этом ведущий инженер по испытаниям Юрий Пушкарев. Юрий, работаем? Работаем! Перед началом движения включаются рулежные фары. Установлены они на передней опоре шасси и поворачиваются вместе с ней. Задача рулежных фар – освещать взлетно-посадочную полосу и рулежные дорожки при перемещении самолета по аэродрому. Также они освещают взлетно-посадочную полосу при взлете и посадке, отключаются автоматически при уборке шасси. Управление рулежными фарами осуществляется вот этим тумблером, чтобы летчики четко видели во время руления, что происходит при сворачивании с ВПП на рулежной дорожке. На самолете установлены фары, которые так и называются фары поворота с полосы. Включаются они вот этим тумблером. Самые мощные фары на самолете – посадочные, которые, несмотря на название, работают также и при взлете. Они в 12 раз ярче рулежных, поэтому включают их непосредственно на полосе, чтобы ненароком никого не ослепить. После взлета летчики часто оставляют эти фары включенными, пока лайнер не покинет зону над аэропортом. Именно там движение наиболее интенсивное, и самолеты должны быть максимально заметны. Кстати, этих фар вполне хватает, чтобы пробивать густой туман. При помощи посадочных фар МС-21 может не только освещать себе полосу, но и отпугивать птиц во время посадки. Такая функция впервые применяется на пассажирских самолетах. Летчик может вручную перевести посадочные фары во флеш-режим. Частота мигания специально подобрана для отпугивания птиц. В этом режиме фары работают в противофазе. Если одна загорается, вторая в этот момент гаснет. Таким образом, взлетно-посадочная полоса всегда освещена. Перед посадкой фары автоматически переходят в режим постоянного горения, чтобы не отвлекать летчика. Сегодня самолеты, конечно, оснащают автоматическими противообледенительными системами, однако лишний раз взглянуть и убедиться, что все работает, не помешает. В случае попадания в условия естественного обледенения экипаж должен наблюдать, как нарастает лед на кромках крыла и на воздухозаборнике. Для этого служат фары, освещающие эти поверхности. Они управляются вот этим тумблером. А теперь немного об эстетике. Есть у самолета и фары, которые отвечают в основном за его презентабельность. У каждого лайнера на хвосте красуется символика авиакомпании, в нашем случае эмблема с названием самолета. А визитная карточка всегда должна быть на виду. Теперь этот лайнер точно ни с каким другим не спутаешь.